начало 20 века, везде идут еврейские погромы, черносотенцы, ну, местечко маленькое, раввин собирает общину, говорит: друзья мои, тяжелые времена настали, надо менять имена, чтобы были похожи на русских, иначе тяжело выживать. Ну, говорит, сейчас и начнем. Ну, идет вдоль, значит, сидящих, подходит к нему, говорит: ты Мойша, ну, ты будешь Михаил. Говорит: а ну и однозвучно, и однозначно. Говорит: ну хорошо, ребят. Следующим: ты Бог, ты будешь Борис. Говорит: и однозвучно, и однозначно. К следующему подходит, такой сидит еврейчик маленький, щуки. Он говорит: а ты Сголь, а ты будешь Акадий. Ну, не однозвучно, но однозначно.